Дамы и господа, путешествие – это, конечно, не только возможность сменить континенты, не только возможность в середине марта погреться на теплом солнышке, но и, конечно, возможность проникнуть, по крайней мере, попытаться это сделать вглубь веков. Мы в Иерусалиме, мы в том самом городе, который, ну, для многих является символом какой-то концентрации святости. В двух шагах отсюда та самая Виа де ла Роза, тот самый крестный путь Иисуса Христа. И сегодня, да, эта улица больше превращена в такой большой базар, где продают и религиозные сувениры, и что-то съедобное, и тут же какую-то одежду, обувь, те же самые свечи и иконы. Но, тем не менее, прикасаясь к этим камням, что-то начинаешь ощущать. Это действительно тот город, где побывать стоит. Иерусалим – это в том числе один из городов компании «Бонтур», куда мы теперь обитаем и куда от всей души вас приглашаем.